Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на нашем канале в стильном бутике Калетта. Нам безумно приятно слышать ваши отзывы, видеть довольных покупателей, которые приходят к нам теперь не только за обувью, но и за сумочками. И мы продолжаем получать для вас все новую и новую коллекцию. Сегодня в обзоре будут большие сумочки, их еще называют сумки Тоут. Они будут разных моделей, но каждая модель по-своему интересна, прекрасна. И начнем мы сегодняшний обзор вот такой новинки. Обратите внимание, здесь идет крышечка сверху. Открываем, посмотрим ее функционал. Дальше идет молния. И внутри такой один большой объемный карман. Также есть еще дополнительный кармашек без молнии. Два кармана на молнии. И с этой стороны для телефона, для карточек есть еще, ну, тоже достаточно большой карман. То есть поместится даже два или три телефона. Настолько он глубокий. Сумка выполнена из натуральной кожи, премиального качества. Сверху идет крышечка на магните. В принципе, молнию можно закрывать, можно не закрывать по вашему желанию. Сзади обратите внимание, как интересно приделаны ручки. Как ее можно носить? Можно носить ее вот так на локоточке. Нежно, интересно выглядит она. И также можно носить ее на плече. Если вам хочется освободить ручки, вы куда-то торопитесь, то можно даже перекинуть ее через себя. Ремешок регулируется. Эта сумка выполнена в двух оттенках, в молочном цвете и в черном цвете. По стоимости эта модель 5970. Цена на самом деле прекрасна. Итак, переходим к следующей модели. Это классика, но классика очень стильная, потому что, во-первых, она выполнена в лаке. Обратите внимание, текстурная кожа. И второй момент. Здесь внутренность красного цвета, то есть красная кожа, такая яркая, дерзкая сумочка. Давайте посмотрим по карманам. Один здесь глубокий карман сбоку, здесь глубокий карман сбоку. Идут они на кнопочках. И один большой глубокий карман еще посерединке. В центральном кармане посерединке есть, конечно же, кармашек на молнии. И кармашек для телефона, для губной помады, кто для чего его захочет использовать. Смотрите, как ее можно носить. Можно носить ее на локоточке. Также здесь в комплекте идет большой длинный ремешок черного цвета. Он также тесненной кожи идет. Можно его пристегнуть и, соответственно, носить уже перекинув через себя, либо на плече. Сумка в размерах 40 на 14 на 26. Ну, она такая прям действительно достаточно объемная. Цена ее 8770. Представлена она в единственном цвете. Эта сумка тоже мне безумно нравится. Некоторые называют ее сумка доктор. Но на самом деле доктор немножко выглядит по-другому, хотя внешне с первого взгляда похожа. Итак, давайте сначала посмотрим, как мы ее можем носить. Можем отстегнуть эту ручку и носить ее просто на локоточке. Очень модно будете выглядеть с ней. Можно пристегнуть ручку, она идет еще под рептилию, такой ремешочек, и можно носить вот так на плечи, что тоже безумно удобно. Но, в принципе, можно даже вот так ее тоже носить, но, наверное, это будет не очень комфортно вам. Эта сумка больше все-таки на одном плече носится. Так, давайте посмотрим по функционалу. Открываем первый кармашек. Здесь вот такой вот объемный карман. Закрываем. Дальше. Здесь, смотрите, один кармашек. Большой-большой карман. Еще один карман без молнии. И два идут на молнии. В комплекте еще есть длинный ремешок. Как раз, как я вам говорила, что можно ее перекидывать через себя. Сразу его не заметил, но он тоже есть. Поэтому можете носить эту сумку, перекинув через себя. Вообще она похожа на сумку шопер. Да, по своему размеру. Можно ее использовать в различных целях. По размеру. Это модель у нас. Чтобы вы ориентировались, 31 на 12 на 25. Модель представлена в двух оттенках. Есть она в шоколаде и есть она еще в черном цвете. По стоимости эта модель 6470. Это сумка для шикарных женщин с большими перстнями. Для тех, кто любит себя, потому что сумка, конечно, очень антуражная. Сделана под рептилию, такая объемная. Кто любит много всего носить с собой. Покажу с другой стороны. Здесь, смотрите, есть даже кармашек сзади на молнии. И достаточно глубокий. Вот у меня ручка целиком помещается. Посмотрим, что по функционалу внутри. Так, здесь идет одно огромное отделение. Прям большое-большое. И также есть на молнии карман. Тоже достаточно объемный. И с этой стороны два кармашка без молнии.
Также в комплекте идет ремешок, можете его прикрепить и носить эту сумочку на плече. Так, как мы еще можем ее носить? Мы можем носить вот так на ручке. И, в принципе, могу ее на плечо тоже поместить. Если вы стройная девушка, то на плечо тоже можете ее себе накинуть. Так, по размеру эта сумочка у нас 39 на 21 на 29. Цена ее 7870. Кстати, напишите в комментариях, надо ли писать размеры сумки. Может быть, вам эта информация нужна, а может быть и нет. Я просто зря трачу ваше время. Обязательно напишите. Еще одна модель для шикарной женщины. Посмотрите, выполнена она в леопарде. Тут идет лаковая кожа. Очень красиво смотрится, прям отблескивает при свете. Сзади идет небольшой карман. Посмотрим, он идет на молнии. О, кстати, ручка помещается достаточно большой. Смотрите, на протяжении всей сумки. То есть сюда поместится и телефон, и кошелек, и если нужны очки, например. Дальше посмотрим, что внутри. Открывается очень удобно. Внутри идет перекладня. Значит, здесь большой карман, карман на молнии посерединке. То есть по функционалу эта сумка просто шикарна. Еще тут кармашек и вот здесь карман. Застегиваем одним движением руки. Вот так все очень просто. Мне под мой образ, мне кажется, просто идеально, как будто это моя сумочка. Можно носить ее на плечики. Ну, конечно же, чаще всего такие модели носят вот так на локоточке. То есть это уже как дополнительный аксессуар. Также здесь есть в комплекте ремешок. Можно ее перекинуть через себя. Ремешок также регулируется, сделан он из натуральной кожи. Цена этой модели 6970. Размеры этой модели, сейчас вас тоже сориентирую, 32 на 15 на 27. Сумка просто красотка. Итак, переходим к классике. Начнем вот с такой модели. Это даже, ну, не совсем еще классика, такая более молодежная история. Или для модных стильных дам. Сумка очень функциональная. Сейчас вам покажу по кармашкам. Смотрите, раз, одно большое отделение идет она на кнопочке. Два, большое отделение идет на кнопочке. И третье отделение идет на молнии. Да и тут идет посерединке еще тоже на молнии отделение отдельное. Раз, два, внутри три карман и четыре кармана. Сколько здесь кармашка, сколько всего можно интересного сюда положить. Итак, как ее можно носить? Смотрите, можно ее носить на локоточке. Кстати, некрасиво считается правило дурного тона, когда мы вот так ручку опускаем. Вот, она должна быть в кулачке. Ну, это я так, для информации. И можно ее носить также через плечо. Смотрите, вот так. Смотрится красиво, эстетически нарядно. А цена ее будет 7770. Здесь она по сантиметрам 32 сантиметра. Следующая модель, тоже классика, уже такая для более взрослых дам. Интересная модель. Здесь она представлена в ломаной коже. Смотрите, кожа это не лак, соответственно, она может... Ну, если вам нужно, во-первых, ее куда-то сложить, она легко сгибается. Во-вторых, просто вот я больше люблю вещи, которые вот так вот проминаются. Мне прям это очень нравится. Значит, здесь два кармана на молнии. Молнии рабочие. Дальше идет карман сзади. И одно большое отделение с большим количеством карманов. Видите, раз, два, три. Вот это на молнии, здесь на молнии. И здесь еще просто для помады. Выполнено прекрасно. В комплекте идет ремешок. Можно, соответственно, перекинуть через себя и носить ее, освободив ручки. Можно носить ее на локоточке. По стоимости эта модель у нас 7170. Размеры сейчас вам подскажу. 34 на 12 на 28. Следующая модель. Тоже классика. Вот сейчас у нас вообще пошли модели именно классического плана. Смотрите. Тоже интересная модель. Выполнена она также из ломаной кожи. Спереди большой карман. Дальше сзади большой карман. По функционалу тоже шикарная. И посередине один большой карман. Здесь уже никаких разделений нет. Просто одно большое отделение. Кто-то любит так тоже. Конечно же, есть карман на молнии. Достаточно просторный. И есть кармашек под визитки, под карточки. Тоже здесь он присутствует. Значит, эту сумочку можно носить так же самое на локоточке. И можно носить ее на плече. Так. Можно вообще перекинуть ремешок через себя.
и вот так можно носить, освободив руки. Напомню, что во всех сумках ремешок пристегивается и отстегивается. То есть вы можете уже то, что вам нужно, так ее и отрегулировать. Цена ее будет 7170, размеры 34 на 12 на 25. Ну, собственно, как предыдущая модель. Мега трендовая модель в цвете серебро. Серебро сейчас заменяет черный цвет достаточно активно, потому что тоже очень модно смотрится, сочетается абсолютно со всей, с любой одеждой. Итак, по функционалу. Здесь карман идет на кнопочке. Дальше кармашки идут у нас внутри. Смотрите, вот так. То есть большой карман, большое отделение. Здесь достаточно много места. Два кармашка на молнии. И карман идет под помаду. Красивое обрамление, кстати, внутри. Такой цвет пыльной розы. И дальше у нас еще идет кармашек сзади. Тоже вот достаточно большой. Значит, как ее можно носить? Можно отстегнуть большой ремешок и носить ее вот так на локоточке. Можно носить ее на плече. Это вот на большом ремешке. Или, если вам нужно, можно пристегнуть большой ремешок и носить ее как-то вот так. Например, если вы такая высокая девушка, женщина, можно, соответственно, пониже сделать. Если поменьше ростом, тоже можно отрегулировать. Обратите внимание, здесь еще есть вот такая ручка, то есть можно ее использовать как аксессуар, а можно вот тоже на себя накинуть, тоже будет интересно смотреться. Итак, цена ее 7570, размер у этой модели. Так, 30 на 16 на 33, то есть немножечко она побольше по объему, чем предыдущая модель. Выполнена из натуральной кожи, из ломаной кожи. Есть она в цвете медь, есть в черном цвете. И есть она, конечно же, в серебре, та сумочка, которую я только что демонстрировала. Следующая модель, такая трендовая сумочка, не классика, не спорт, даже не знаю, как вот обозвать ее, но... Сумка, правда, красивая и функциональная очень, то есть достаточно много всего поместится, при этом она не громоздкая. Выполнена в таких трендовых цветах, как бронза, в серебре и в черном цвете. Сейчас впереди еще покажу вам. Смотрите, карман здесь, вот, достаточно глубокий карман здесь, ну, не буду уже залезать. Молния, все работает. Здесь, сзади, большой карман глубокий. И по серединке реверсная молния стоит. То есть можете расстегивать с одной стороны, можете с другой. Один большой карман. В комплекте идет ремешок для того, чтобы ее могли перекинуть через себя. И здесь, смотрите, отделение раз, отделение два. И такие вот еще отделения для губной помады, для визиток, для телефона. Все обшито тоже натуральной кожей. Кожа здесь идет ломаная, соответственно, она достаточно гибкая. Мне безумно нравится именно ломаная кожа. Так, как мы ее можем носить? Можем носить ее вот так на локоточке. Можем, перекинув через себя ремешочек, пристегнув его, соответственно, освободить ручки. По стоимости эта модель 6470. Размер ее. На каждой сумочке у нас написано. Сейчас вам скажу. 32 сантиметра. Итак, цвета, значит, бронза, черный цвет и цвет серебро. Следующая модель – сумка Дутик. Безумно популярны они были этой зимой и также будут популярны. Сейчас они тоже присутствовали на показах мод, когда такие объемные сумочки. Давайте посмотрим по функционалу. Сзади карман на протяжении всей длины, то есть он действительно такой хороший, объемный. Так, открываем, смотрим. Здесь на молнии карман. Здесь на молнии карман. В комплекте еще идет ремешок, можно перекинуть ее через себя. И еще один карман на молнии. То есть здесь три кармана на молнии. Это очень удобно. Так, можем носить ее вот так. Можем носить ее вот так. И, соответственно, можем, перекинув через себя ремешок, тоже носить ее на себе. 36 на 15 на 31. Размеры ее и цена 3870. Смотрите, какие есть цвета. Бордо. Серый цвет, такой даже серебро, я бы сказала, и черный цвет. И последняя сумочка в сегодняшнем обзоре, ее называют сумка доктора, или можно сказать редикюль, за счет того, что здесь, видите, какая застежечка. Тут один большой карман внутри, также есть карман на молнии, он достаточно объемный, и есть отделение под помаду. Застегивается очень просто, сзади также идет кармашек, объемный кармашек.
Натуральная кожа, симпатичная ручка, кожа мягенькая, комфортная. Давайте посмотрим, как мы ее будем носить. Можем носить ее на локоточке, можем носить ее на плече и можем носить ее на плече вот так, ну, отрегулировав ремешок, соответственно, по своему росту. Так, стоимость ее 6470, размеры. Так, вот, размеры 33 на 14 на 22. А, цвета есть шоколадный цвет и есть у нее еще черный цвет. Ну, черный, конечно, такой классический. Дорогие друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Напоминаю, что мы работаем как оптом, так и в розницу, поэтому можете делать заказ либо по номеру телефона, который сейчас указан на экране, либо приходить к нам в магазин. Мы находимся в городе Москва, торговый центр «Садовод», корпус Б, первый этаж, линия Б, павильон номер 69. Мы вас ждем.